Одни из самых красивых девушек Химок демонстрируют свои таланты и эрудицию, чтобы заинтересовать взыскательное жюри. В городском округе провели кастинг на участие в конкурсе красоты и таланта «Краса Химок-2020». Очень волнительно, конечно, но для меня это вот такой прям драйв. Я очень люблю выступать, это мне придает дополнительные смелости. Несмотря на то, что у меня немножко дрожали руки и немножко дрожал голос, я получила удовольствие, прям кайф такой. Самообладание потребовалось девушкам не только при показе творческих номеров. Конкурсанткам также предстояло проявить находчивость. У нас есть жираф, как положить жирафа в холодильник 4 действия. А вот Мария Демидова номер не подготовила, однако нашла, чем удивить жюри. Девушка стояла в планке, при этом не переставая поддерживать беседу. Почему ты решила принять участие в этом конкурсе? Потому что муж сказал, иди. Если надо, я могу и сплясать, и стихи рассказать, и по рабочим каким-то вопросам все ответить. Но больше я, конечно, мать. Да, у меня двое детей, и просто, может быть, я пошла, потому что устала. Традицию проводить конкурсы красоты возродили в прошлом году. Организаторы говорят, что в этот раз они подготовили сюрпризы. В этом году у нас будет совершенно не такой финал, как в прошлом году. У нас каждый раз меняется тематика. Несколько этапов подготовки до финала. То есть будет, скорее всего, кулинарный этап. Это будет несколько тематических фотосессий. Также это различные мастер-классы, дефиле, походки. По итогам кастинга выберут 10 девушек для участия в финале, где участницы представят творческие номера, совершат дефиле вместе со вторыми половинками и продемонстрируют свой ум. Финал пройдет в середине мая. Алена Беляева, Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.